В региональный парламент внесен проект поправок в закон о главе Республики Башкортостан, который позволит ему войти в состав Совета директоров Башнефти. Напомню, что соответствующее предложение Рустам Хамитов получил от Игоря Сечина после приобретения Башнефти Роснефтью в октябре. По замыслу авторов поправок, действующий закон о главе Республики Башкортостан дополнит новым пунктом, который оставит право главе региона по собственной инициативе участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Как пишет издание «Коммерсант», в первом чтении поправки будут рассмотрены уже в этом году. Нынешняя редакция закона оставляет главе региона право осуществлять такую деятельность, если она поручается им федеральным или местным законом. Отмечу, что сейчас республику, которая владеет блок-пакетом акций Башнефти, в совете компании представляют премьер-министр правительства Рустем Марданов и его заместитель Евгений Гурьев.